Здравствуй. Долго думал, как обратиться к тебе. Мама глупа. Я уже не маленький мальчик. Называть тебя на «вы» считаю слишком театральным. Буду обращаться к тебе просто. Не бегай босиком, пожалуйста. Сева. Съем тебя сейчас. Ай. Так нельзя тебя есть. А что можно? Есть кашу. Кашу можно? А может, ты каша? Я не каша, я человек. А какая разница? Может, ты курочка? А курочку можно есть? Знаешь, раньше я не верил в чудеса. Но вещи, которые происходят со мной в последнее время, все больше убеждают меня в том, что твоему сыну ужасно повезло в жизни. Везло во всем. Люди, события. Жена у меня чудесная, умная, добрая и очень стойкая русская женщина. Дочка говорит, что у нее очень умный папа. Он все-все знает, и у него очень хорошо работает голова. Я объясняю нашей дочери устройство этого не очень простого мира. И радуюсь, что у меня растет маленький человечек, такой же умный, каким был я в детстве. И я надеюсь, гораздо добрее и человечнее. Знаешь, благодаря этим двум существам, моей жене Али и маленькой Майе, которых я обожаю и которые, я знаю, любят меня, я постепенно вылечился от ночных кошмаров, от тех снов воспоминаний о детстве, которые преследовали меня. Чего столпились? Ребенка не видели? Такой же, как вы, только маленький. Юра, ты чего пришел? Че тебе делать больше нечего? Это новенький. Новенького привезли. Вот спектакль устроили. Система детских домов в Советском Союзе была довольно жестокой. Особенно по отношению к таким детям, каким был я. Из 10 мальчиков, которые жили со мной в одной комнате, выжили только 2. Сам факт того, что я могу писать тебе, разве это не чудо? Знаешь, какое самое первое мое детское воспоминание? Я сижу на маленьком стульчике, мне 6 лет. Я плачу и кричу, где моя мама, хочу маму. Нянечка протягивает мне конфету и говорит, твоя мама, сука, она тебя бросила. Но я не верю, продолжаю кричать до полной потери голоса. Другой кошмар. Постоянное унижение, ежедневное издевательство, связанные с невозможностью нормально пользоваться туалетом. Мне говорили, надо учиться. Я учился. Старался как мог. В отличие от моих сверстников, не мог сидеть за партой. И приходилось лежать в классе на полу.
разложив перед собой учебники. Единственная лампочка была под потолком, и свет в тот угол, где я лежал, почти не доходил. То, что писал учитель на доске, я почти не видел. Зрение ужасно испортилось. Я продолжал стараться. Сверстники смеялись. Зачем ты учишься? Не лучше ли лишний раз выпить или погулять, чем сидеть над книжкой? Зачем знать математику или иностранные языки, если в конце концов тебя все равно отвезут в дом престарелых? Мои товарищи пили водку уже с 12 лет. Но пил ты водку или не пил, все едино. У неходячих ребят перспективы никакой не было. То есть была. Сдохнуть в этом самом доме, куда нас отправляли, 16-летнего возраста. Мы все боялись этого страшного названия. Дом престарелых. Там умирали очень быстро. Умирали от болезней, жестокого обращения персонала или просто кончали с собой. Я сейчас скажу, я считал 10 лет, потом бросил считать. Я насчитал 50 самоубийств за 10 лет. Ну, в общем-то, есть, насколько я знаю, ну, у меня связь раньше была с инвалидами из других домов и так далее. Вот этот дом, именно наш, он в то время еще при коммунистах держал первое место в самоубийствах. Мы были детьми, шутили, играли, баловались. Но когда молодой человек, с которым ты еще вчера рыскался в шахматы, умирает в этом странном доме уже через неделю после отправки туда, Сергей Михайлов, парень со здоровыми руками, и мечтал стать химиком. Сашка Поддубный переводил стихи Гёте и давал мне почитать взрослые книги. Вовка, Москва. Он разбирался в радиотехнике. Их было много. Очень много. Все они умерли. Не все хотели мириться с таким положением вещей. Многие старшеклассники пытались самостоятельно заниматься по университетской программе. Учителя и воспитатели как могли помогали им. Но не всегда это было возможно. Директор Трубчевского детского дома, очень хороший человек, рискуя своей должностью, скрывал, бывало, личные дела некоторых детей для того, чтобы дать им возможность, несмотря на хорошие оценки, просидеть по 2, иногда по 3 года в одном и том же классе, лишь бы их не аттестовали и не отправили в дом престарелых. Евгения Васильевича наказали, когда он попытался противостоять этой практике. Именно тогда пришла воспитательница и сказала: «Они там умерли в доме престарелых, а тебе осталось 4 года для того, чтобы стать взрослым». Тогда я ее спросил: «Это значит, что я тоже там умру?» И она спокойно ответила: «Да». Мне было уже 11, и я не был сопляком. Но тут начал орать и плакать, так будто сошел с ума. Через неделю поехал из города психиатр. Когда он узнал о словах, которые она мне сказала, с ненавистью посмотрел на нее, выкурил целую сигарету и, не сказав ни слова, уехал. Больше его никогда не видел. Продолжу письмо позже. Ко мне пришел мой друг. Просил объяснить ему, как пользоваться поисковыми серверами в интернете. Значит, интернет что такое? Вещь очень простая. Нужно через телефонную линию модем подсоединиться к центральному серверу. Берем карточку
Открываем соединение. Каким вот мой компьютер. Все, пошел. Вообще все установки делаешь заранее, а потом в интернете делаешь вид. На самом деле, в мои планы не входит ни разжалобить тебя, ни как-то плакаться. Повторяю, считаю себя счастливым человеком. Хочу передать тебе это ощущение. Просто мой рассказ не стал бы полным, если бы я не описал тебе тот период жизни, то, что мне пришлось преодолеть. Как чувствует себя ребенок, который едва может сам донести ложку до рта и вернуть страницу книги, и к тому же знает, что он одинок, и что нет никого на всем свете, кто мог бы помешать отправить его в проклятое место под названием «Дом престарелых». Знаешь как? Как не человек, как маленький зверек, затравленный и беспомощный. Покончить с собой стало тогда моей навязчивой идеей. Но как? Розетки устанавливались на такой высоте, что я просто до них не дотягивался. Передвигался ползком. Лекарства хранились в надежно запертом шкафу. Иначе мои более расторопные сверстники выпили бы все спиртосодержащие препараты. В том, чтобы выпрыгнуть из окна, не могло быть и речи. Для этого надо было хотя бы забраться на подоконник. Жить. Ничего другого мне не оставалось. Я женат второй раз. У меня есть дочь от первого брака, Надежда. Она живет со своей мамой, Екатериной Петровной, интеллигентной, образованной русской женщиной. Надя и Майя – симпатичные, веселые, здоровые девочки. Обе ходят в балетный класс. Надя в этом году пошла в школу. Майе 4 года. Паспорт дальше. Свидетельство о браке? Браке нашего. Да. Свидетельство о рождении Майки надо? Да. Где твое свидетельство о рождении? Я его не так что ли не видела. Я сейчас вернусь, потому что да. Ну, слушай, чё мы берем? А мне надо сумку брать. Зачем тебе? Ты собираешься куда-то отдельно вот, меня путешествовать? Вот понимаешь, проблема в чем? То есть у тебя там есть место свободное? У меня там, скажем так, мои вещи занимают где-то четверть. Все. То есть куда туда можно самого положить этот рюкзак? Все дети, я задумывался иногда, а вдруг это ошибка? Вдруг меня с кем-то перепутали? И я не должен быть здесь, среди этих людей. И что на самом деле я сын знаменитых родителей? Потом эти глупые мысли улетучивались, я возвращался в реальность. Конечно, разрушу. Спасибо. Ой, извините, накройте меня, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Отдыхайте. В 6 лет мы уже вполне серьезно обсуждали с товарищем вопрос. А почему, собственно, нас всех оставили в живых? Как было бы здорово, если бы нам всем дали смертельные таблетки. Не нужно было бы терпеть весь этот ужас. Thank you.
Среди наших преподавателей было несколько замечательных людей. Они помогали мне собственным примером выжить духовно. Учитель рисования без обеих рук. Слепой преподаватель музыки. Учительница литературы, которая работала с нами, несмотря на то, что у нее было два искусственных клапана в сердце. Учитель математики с одним глазом и с простреленным на войне легким. Учитель немецкого. Он привил мне любовь к языкам. Я им очень многим обязан. Они учили меня быть сильным и верить в самого себя. Странное для русского слуха, не давало мне покоя. Так же, как и тот факт, что каждые 2-3 года меня переводили из одного детдома в другой, без явной на то причины. Как будто меня удаляли или прятали от кого-то. Но особенно меня поразило то, что за пару месяцев до отправки в знаменитый дом престарелых моя жизнь круто повернулась. Это событие упрочило мои догадки по поводу моего происхождения. Нельзя тут ходить с кинокамерой. Перейдите на другую сторону. Когда откуда-то сверху пришел приказ обратить особое внимание на мой случай, перевести в один из лучших детдомов России, Новочеркасский детский дом, а потом в образцовый по советским меркам дом престарелых. Я ничего не понимал, что, как, почему, но я чувствовал себя как обреченный на казнь после получения помилования. Шел 1986 год. Сейчас нужно заехать в гостиницу до Останкино, потом в Шереметьево. Перешептыванием, которые достигали моих ушей, я смог понять, что я испанец, и что у меня в Испании есть очень знаменитый дедушка, и что ему, так же как и тебе, по ошибке или сознательно, сообщили в свое время, что я умер. Таким образом, мои детские фантазии сбывались. Что это было? Я терялся в догадках. Но самое важное, что родилось из всего этого, это надежда. Оставалась надежда на то, что ты меня не бросил, и что живешь где-то, не зная, что я существую, и что я увижу тебя когда-нибудь. Поэтому я начал разыскивать тебя, присылая письма во все организации. Ждал я довольно долго и, наконец, обнаружил, что мои письма никуда не доходили. Ни в Международный Красный Крест, ни в посольство и Министерство иностранных дел Испании, с почты примерников КГБ. Вот куда они девались. Внимание, средний пассажир, вылетающий к Стокгольму, 731 рейс. Чтобы понять это, надо знать, в какую глубь России меня поместили. Новочеркасск знаменит расстрелом массовой мирной демонстрации рабочих в 1962 году. Рабочие вышли на улицу протестовать по поводу нищенских зарплат и отсутствия продуктов в магазинах. Десятки убитых, сотни арестованных,
в советской прессе не появилось ни строчки. Понимаешь теперь, почему КГБ нашего города работало с двойным усердием? В конце концов, мне пришлось уговаривать моих друзей, ездивших иногда в Москву, навести там справки. Так я впервые узнал твое имя. Потом разузнал, что в 1968 году, когда я родился, ты училась в Московском университете на филфаке. Я попросил одну нашу знакомую сделать запрос в деканате факультета. И вот что она мне написала. И когда я туда пришла, меня очень поразило, женщины очень добрые, доброжелательные, они помнили этот случай, хотя уже больше 20 лет тогда прошло. Вот помнили, что была такая испанская девушка Аврора, и что у нее родилось двое детей, именно двойня. Вот это тогда новость была. Один умер сразу, а другой сказали ей, убеждали, что он долго не проживет. Она целый год ходила к нему в этот дом малютки. И все ходила заплаканная, Нина Васильевна, преподавательница. И еще две женщины подошли, очень, очень такие, в общем, добрые, ласковые. Вот обещали справку найти с адресом ее. Но когда я пришла на следующий день со справкой, они говорят, что ничего не помним, мы ничего вам не обещали, и как будто вообще мы с ними не разговаривали. Это было как в страшном сне. Бывает, приходишь домой, идешь по знакомой улице, а дома нет. И отказались вообще говорить что-либо об этом. Ну, я тогда подумала, что кто-то им запретил. Я ушла, конечно, Рубену рассказывала. Вот он смеялся, он всегда смеется с таких вещей, потому что он нагляделся за свою жизнь. Он, когда рассказывает, это очень смешно, хотя жуткие вещи. Времена менялись, рухнула Берлинская стена, и то, что раньше наводило ужас, теперь вызывало хохот. Материалы в любых архивах, даже самых секретных, превратились в предмет коммерции. Другой мой знакомый за бутылку хорошего коньяка раздобыл то, что для меня не имеет цены, бумажку, которую скрывали от меня всю мою жизнь, мое свидетельство о рождении. Рубен Давид Гонзалес Гальего родился в Москве 20 сентября 1968 года. Отец – венесуэлец, Давид Рафаэль Гонсалес. Мать – испанка, Аурора Гальего. Что бы ни происходило вокруг, какие бы трудности мне не приходилось преодолевать, рядом оказывался кто-то, кому я был нужен, и кто был нужен мне. И сейчас в дороге меня сопровождает очень хороший, добрый человек, мой друг. Его зовут Александр. Полиглот, врач по образованию, художник, музыкант. Мы уже не в первый раз путешествуем вместе. В этот раз дорога привела нас в Испанию. Было логично начать тебя разыскивать именно здесь. Но прежде всего, в первый день моего пребывания в Мадриде я отправился на главное кладбище этого города для того, чтобы посетить могилу моего деда и твоего отца. Разыскать его было непросто. Место захоронения пришлось уточнять через администрацию кладбища, где и подтвердили, что мой дед был вице-президентом парламента этой страны и генсеком одной из самых главных политических партий – Коммунистической партии народов Испании.
что я чувствовал в этот момент? По правде говоря, ничего. Это все история прошлого, которая, так получилось, не коснулась меня. Знаешь, о чем я подумал? Глядя на это кладбище, я невольно вспомнил то, другое, на котором в безымянных заброшенных могилах лежат мои друзья. Что когда-то родилась, Дон Игнасио Гальего был в эмиграции во Франции. И что, несмотря на то, что ты испанка, ты никогда не проживал на территории Испании. Я начинаю понимать, что поиски будут долгими и что надо ехать в Париж. Но как? Опять удача. В Испании мы познакомились с замечательным человеком. Его зовут Анчон. Анчон одолжил нам свою машину, а его друзья Карлос и Чарли, тележурналисты, согласились сопровождать нас и помогать в пути. Всю ночь перед нашим отъездом Анчон делал для меня лежачее место в задней части микроавтобуса. Поразило меня то, что он постарался сделать лежанку повыше, чтобы я мог смотреть в окно. Parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier. Париже, Мэри Невиль-Сюрсен, мы познакомились с замечательной старушкой. Оказалось, что она знает историю нашей семьи. Она сказала, что искать тебя надо в Мюнхене или Праге. Mecanicien mecánico y de Esperanza Rodríguez, nacida el 15 de diciembre de 1921 en Bilbao, España. Elle renvoie à une situation de domination et que c'est ça qui en grande partie explique qu'elle soit souvent. Ну, в путь. Мне кажется, что придется объездить всю Европу, чтобы найти тебя.
technique auprès de Ségolène Royal. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors, en fait, au cabinet Ségolène Royal, je suis un peu atypique parce que les profils au cabinet, c'est pas tellement les docteurs en sociologie, mais ce qui l'a intéressé dans mon parcours, c'est que d'abord, je peux lui procurer une ouverture sur le monde de la recherche. Только в том, что срок моей шенгенской визы истекает через 5 дней. Надо было рисковать, и поэтому, не останавливаясь в Германии, мы решили направиться сразу в Чехию. Ale já předtím nevím. Děkuji. Tože nic. Пані Асі 10 лет бідлі в Празі, а мужі то вже ма чітки обчанстві. Добре, дякую вам. На твоєму. Искать сложнее, но в любом случае. Он говорит, все службы, по которым он может это как-то выяснить, начинает работать с понедельника. Наверное, ему звонить еще раз. Пошли гулять там. Любопытно узнать, каково твое сегодняшнее мнение о событиях здесь, в Праге, в августе 1968 года. Советский режим подавил огнем робкую попытку чехов
самостоятельно решать свою судьбу. Западный мир содрогнулся. Естественно, ты не могла присутствовать на тех собраниях, где единогласно поддерживалась танковая тактика советского правительства. Ты была в роддоме. Ровно через месяц должен был появиться я. Когда мы были маленькими, навязчивой мечтой любого воспитанника нашего детского дома было вырасти, заработать кучу денег и в один прекрасный день появиться перед домом матери на лимузине, показать, от чего она отказалась. Вот чего нам тогда хотелось. Какие дураки. Сейчас мои желания гораздо скромнее. Не бойся, мне от тебя ничего не нужно. Только хочу увидеть тебя и попытаться понять то, что, наверное, понять невозможно. Похожи ли мы с тобой? Или я больше похож на отца? Года два назад я добился ответа из Красного Креста, где мне сообщалось, что вы давно разведены и что он живет в Венесуэле. Я написал ему письмо, похожее на это. Отправил заказным с вручением на руки, но ответ не пришел. Так я пришел к выводу, что он не хочет бередить старые раны. И что, несмотря на очевидность, я для него не существую. А по поводу твоего адреса Красный Крест мне ответил, что не смог его найти. Jdu navštívit pana Gonzálese Galiega. Můžete mi otevřít, prosím? Samá hlavná, to já jsem tady jsem pouhle ten fyzicál, jsem jiný, než to by člověk znal, to víš. Ona nemusí vít, že je za mě. A ona věděla, jasně. Já na nikoho nejím absolutně. Jasně, není problém. Oni znají telefon. Nechtějí se jim bohle. Tak to je to. Tak skoro. Tak dlouho tomu, že to bude vnitřovat. Záleží jako za pár dní, když jsme viděli jako víc. Každopádně. Jako takhle je těžko říct. Takhle je těžko říct, za ty dva, tři dny my budeme vědět, jestli to bude trvat, jestli už se vám bude mít vědět. Сейчас в России очень сложна. Ты знаешь, каждый сам за себя выкручивается как может. Поэтому я выбрал две профессии, которые в моде. Информатика и право. Закончил курсы заочно и теперь ни от кого не завишу. Зарабатываю достаточно, чтобы прокормить мою семью. Представь себе, есть здоровые люди, которые мне завидуют. Ха. Похоже, что нечаянно распускаю перед тобой хвост, как в тех мечтах о лимузине. Живой. Как вы там? Угу. Детективы вчера были у меня. Стоящие. Что? А чё она орёт? Я понял. Ну скажи, что папа будет. А она там далеко у них? Алло, Майя. Плачешь? А чё плачешь? Может, неделя через две, может, через неделю. Не знаю, как всё сложится. Бабушку тут твою ищем потихонечку. Испанскую. Ты ждёшь меня? А игрушки убрала все. Понимаешь, когда папа приезжает, надо, чтобы все игрушки были убраны. Договорились?
Сегодня мне сообщили, что обнаружен адрес твоего офиса. Стараюсь держать себя в руках. Внутри у меня творится такое. На этих словах заканчиваю мое письмо. Не хочу отправлять его по почте. Письмо прилагаю фотографии своих дочек. Его передаст тебе мой друг лично в руки. Хочу убедиться, что письмо получишь именно ты, никто другой. Вполне вероятно, что ты замужем, и у тебя есть другие дети. Не хочу никаких проблем для тебя. Единственное, чего я хочу, это побыть с тобой несколько минут и поговорить. Я буду ждать тебя сегодня в кафе Dunkin' Donuts на площади Вацлава, дом 53. 7:00 вечера. Думаю, ты сразу меня узнаешь. Если ты не пойдешь, винить тебя не буду. Значит, у тебя есть на то причина. Ты не хочешь познакомиться со мной? Продолжу свой путь и никогда больше не обращусь к тебе. Уважением, Гонзалес Гальего, Рубен Давид, 6 ноября 2000 года. ¿Por qué no podíamos filmarlo tranquilos? Cuenta, ¿por qué? Pues no podíamos grabarlo tranquilos porque podíamos estropear ese momento, ¿no? De que apareciese antes, viese lo que hubiese gente preparando algo y se asustase y no volviésemos a saber nada de ella. Entonces, eso estábamos muy nerviosos porque podíamos estropearle la felicidad de Rubén. Sí, es cierto. Porque este momento es irrepetible, ¿no, Carlos? No, era un momento mágico. Había que estar ahí. Y nos pareció más interesante verlo que grabarlo.
просто бить Яшину. Та же великие форварды. Его обследовали психиатры со стороны обвинения и защиты. Очевидцы отмечали, что Нильсен из рослого здоровяка, которым он был при первом аресте, превратился в худого, практически высохшего психопата. Но, похоже, у него было хорошее настроение. Он позировал фотографом за окном полицейского фургона. Между тем, судмедэксперты продолжали исследовать каждый сантиметр двух домов. Канализации и сады, где Нильсен прятал расчлененные тела, хранили улики для идентификации его жертв, личность больше половины которых еще не была установлена. В полицейском участке Хорнси было создано специальное подразделение для идентификации как можно большего количества жертв. Но несмотря на помощь отдела по розыску пропавших, Скотланд-Ярда и их базы отпечатков пальцев, к началу суда были идентифицированы только 7 жертв из 15, предположительно убитых Нильсеном в обеих квартирах. Медицинский колледж лондонской больницы принял участие в идентификации останков, сохранившихся после попыток Нильсена избавиться от улик. Они сложили вместе наборы зубов, костей и фрагментов, добившись значительного успеха, определив имя одной жертвы на основе только лишь зубной карты. Это оказался Грэхэм Аллен, чья идентификация была сделана слишком поздно, чтобы включить его в обвинение на суде Нильсена. К началу суда обвинение касалось 6 убийств и 2 попыток убийства. Ральф Саимс, в итоге выбранный Нильсеном своим адвокатом, посоветовал ему не признавать себя виновным, а требовать вердикта «невиновен по причине ограниченной ответственности». Перед прокурором Алланом Грином стояла задача доказать присяжным, что Нильсен понимал, что поступает плохо в тот момент, когда убивал своих жертв. Суд над Нильсеном начался 10 октября 1983 года в суде номер 1 в Олд-Бейли. Не было разногласий насчет того, совершил ли он все эти ужасные убийства. Спорный момент заключался в том, был ли Нильсен не в себе на момент совершения преступлений, то есть можно ли было свести дело главным образом к неумышленным убийствам. Именно это пытался оспорить его адвокат. Он упирал на то, что подразумевать под словосочетанием «главным образом» с юридической точки зрения. Обвинитель Аллан Грин детализировал все 15 убийств, включая те, которые не ставились в вину подследственному, чтобы показать расчетливость Нильсена. Первыми свидетелями по делу Нильсена были трое мужчин, которые спаслись от него. Дуглас Стюарт сказал, что уснул в кресле, а проснувшись, увидел, что его ноги связаны. Ему удалось освободиться и убежать. Пол Нопс, студент, подошел к Нильсену в пабе Сохо. В квартире Нильсена он так сильно напился, что когда проснулся утром, то чувствовал только похмелье. Днем Нопс пошел в больницу при университетском колледже. Доктор сказал ему, что его глаза вытаращены и, скорее всего, его пытались задушить. Карл Стоттер выдавал себя за женщину. Позже он детально обрисовал свои мучения. «Я уснул, потом проснулся от того, что он душил меня. Я потерял сознание. Я решил, что задохнулся в спальном мешке, о котором он меня предупреждал. И я подумал, что он хочет мне помочь. Но я ошибался. Так или иначе, я потерял сознание. Я лишь смутно помню льющуюся воду, меня куда-то несут, мне очень холодно, а потом я подумал, что он хочет утопить меня в ванне. Стоттер сбежал, когда Нильсен отвлекся. Он решил, что все это было дурным сном. Когда настала очередь защиты, она предъявила свидетельство 2 психиатров о том, что Нильсен не отвечал за свои поступки. Доктор Джеймс МакКит подтверждал, что у него были серьезные расстройства личности.
Доктор Патрик Голвей подтвердил, что Нильсен нелогичен. Он шизофреник и параноик. Казалось, что это подтверждает и свидетельство психиатра со стороны обвинения доктора Пола Боудена, которому Нильсен признавался, что убийство дает ему ощущение власти. Свидетелей больше не было, и после заключительных речей обвинения и защиты жюри присяжных выслушало заключительное слово судьи. Он говорил о зле. «Есть злые люди, которые творят зло», — сказал судья. «Можно быть злым и психически здоровым». Мистер Джастис Крум Джонсон добавил, «Нельзя прощать моральные изъяны». Но два члена жюри не смогли принять решение о степени ответственности Нильсена. Судья принял вердикт большинства о виновности подсудимого. 4 ноября 1983 года Деннис Нильсен был приговорен к пожизненному заключению. Судья рекомендовал, что он должен отсидеть по меньшей мере 25 лет. Никто не знает, сколько человек убил Деннис Нильсен. По его собственному признанию, он самый страшный в Англии серийный убийца. Только 7 его жертв были опознаны. Анонимность остальных – страшное напоминание о том, что в современном обществе бродягам и беженцам легко затеряться в большом городе, так что их убийство остается незамеченным. Композитор Беовульф. Автор сценария Элкан Аллен. Продюсер Рон Гленнистер. Производство Ногус Мартин Продакшнс при участии Arts and Entertainment. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК «Культура» в 2004 году. Истории, которые потрясли мир. Лидеры государств, венценосные особы, звезды экрана. Мужчины и женщины, созданные друг для друга. Их любовь стала легендой. Великие романы 20 века. Документальный сериал на телеканале «Культура». Прохожий, остановись и посмотри, кто ты есть, то я был, кто я есть, то ты будешь. Осенью 1920 года барон Врангель издал приказ о немедленной эвакуации из Крыма и спасении русского императорского флота. Нам бы только добраться до Константинополя и ждать там, когда закончится этот нелепый большевистский фарс. Дневник несбывшихся надежд. Последний поход русской эскадры. Документальный фильм из цикла «Мировая история». Телеканал «Культура» представляет. Русский след в Баварии. Дни Германии на телеканале «Культура». Не можем оживить легенды. Мы можем просто отличить карты от вымысла.
документальный сериал на телеканале «Культура». В воскресенье 28 ноября телеканал «Культура» начнет свое вещание в 10 часов утра с выпуска программы «Передач на день». 10.10. Фильм Григория Чухрая «Чистое небо». В ролях Евгений Лубанский, Нина Дрожжева и другие. «Легенда немого кино». Программа расскажет о звезде 20-х годов Ната Вачнадзе. 11.55. 12.25. Документальный фильм «Московский планетарий» о настоящем, прошлом и будущем замечательного культурно-научного центра. «Перепутовые острова. Телеград для школьников». 13 часов. Детский сеанс 13.25. Для ребят мы показываем мультфильм «Дикие лебеди». 14.25. Документальный сериал «Наедине с природой». Смотрите фильм «В осаде. Война термитов». «Что делать» с программой Виталия Третьякова. 14.55. 15.40. «Партитура говорят». Авторская программа Артема Варгавтика. «Дома кино 70». На нашем канале юбилейный вечер, посвященный главному кинематографическому центру страны. 16.10. «Нота Бене». Кинокритик Ирина Павлова обращает ваше внимание. Московскому дому кино 70 лет. Это настоящий юбилей. И то, что канал «Культура» покажет юбилейный вечер, на мой взгляд, очень правильно, очень трогательно и очень достойно. Потому что для каждого кинематографиста, для каждого, даже если они в этом не признаются, это родной дом. Он старенький уже, ему 70. Он, может быть, не очень презентабельный. В Москве есть дома покрасивее. Но то, что он родной абсолютно, но то, что летом туда невозможно попасть во время московского фестиваля, то, что хрустальной мечтой моей юности было зайти туда и посмотреть, как там люди ходят, какие там люди ходят. Вот я это помню. Зайти в дом кино, выпить чашку кофе было пределом мечтаний. А вдруг Штирлиц подсядет к столику? Почему такое вполне могло быть? За столиками было тесновато. В кинозале можно оказаться рядом, не знаю, с героем твоих мечтаний. Потом, когда уже приходишь в кинематограф, там просто было всегда хорошо и уютно. Там назначают встречи профессиональные, рабочие, и просто так поболтать. Там можно случайно встретить человека, которого не видел 200 тысяч лет. А главное...